Здравствуйте, дорогие друзья! Мы заканчиваем сегодня 43-ю главу Исаии и вместе продолжаем молиться в едином марафоне, в едином голосом на Божьем основании Его Слова. И текст сегодняшний: «Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание». Посмотрите, отсутствие ходатаев приводит к таким последствиям. Но нам сегодня надо вытащить страну из этого состояния. Наоборот, поднять ее на Божий пьедестал может только Он. Но наши молитвы нужны, когда ходатаи не отступают, а когда ходатаи молятся, и не потерять статус священства, а наоборот его восстановить. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что наша молитва пред Тобой сегодня именно об этом. Если Ты от отсутствия ходатаев то лишил священства, то мы сейчас хотим умножать ходатаев, а Ты сделай это в геометрической прогрессии и совершай, Боже, молитвенную жизнь в судьбе каждого человека на качественном уровне, в новом состоянии. Поэтому мы молимся и говорим: страна, будь благословенна Господом, потому что ходатаи Божьи поднимаются, ходатаи Божьи не молчат. Поэтому, Господь, не лиши нас священства Твоего и не лиши нас статусности в Тебе, Твоих определений, которые Ты определил сделать и совершить. Благослови нас молитвами опускать небо на землю, благослови нас ходатайством утверждать Твою волю на планете Земля и в нашей земле, и в нашей стране, чтобы Россия стала огромным благословением для многих народов. Как боялся враг этой страны многие столетия. И мы сегодня говорим: Господи, он и сегодня боится, но именно потому, что Ты хочешь здесь навести свой порядок, и Ты это сделаешь. И никто не сможет противостать Твоему намерению. И наша молитва к Тебе сегодня о том, чтобы все, что Ты наметил, все, что Ты определил, все, что является Твоим намерением, оно состоялось и исполнилось. И наши молитвы пусть сейчас будут как материал строительный для этой земли и для этой страны. Умножай это на глаз Твоей власти и голос Твоей силы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Продолжаем молиться.